знаете, вот как про игры говорят. Вроде бы игры для детей, да, а вот тренинги, например, это игры, в которые играют взрослые люди, чтобы выиграть жизнь. Ну, вот так, наверное, можно и про мультики сказать, да, это очень простой принцип понимания чего-то. Щелчок, вспышка, 20 секунд и настоящий рисунок светом. Так они и делают мультики в стиле фризлайт. Пластилин, краски, карандаши, но на этот раз анимация при помощи фонариков. В эти взрослые игры ростовские мультипликаторы играют уже несколько лет и выпускают детские мультики с недетским смыслом. Последнее время о мозгах. Мы пытаемся донести что-то, вот, то, что в университетах читают, да, в принципе, ну, зачастую очень важную, полезную информацию, но иногда читают ее очень скучно. Иногда вот это тяжело дается через, там, лекции, где все вот так сидят, там, нужно очень не заснуть. А мультиком это сделать просто и доступно. То есть это и интересно смотреть, и в то же время легко воспринимается, и потом можно там применить это в жизни. Сначала мягкий пластилин рассказывал о твердой реальности жизни в одиночестве и поисках любви. Розово-голубой инь-янь принес призовое место на фестивале в Питере. Но к гибким формам мультипликаторы возвращаться не стали. Освоили новую технику – краски и стекло. Так появился клип на песню одной из ростовских групп. На этот раз совершенно необычная технология – фризлайт. Технология простая очень, ничего особенного не нужно. Любой фотоаппарат, который можно регулировать по выдержке. Ну, наверное, все фризлайты знают, да, просто нужно фонариком провести, да, в темное время суток, и останется след от фонарика. Вот. Ну, а мультик — это просто череда таких кадров. Там один раз провел, нарисовал смайлик, другой раз там этот смайлик чуть-чуть больше улыбнулся, и все, мультик. Все 24 часа и вот 5 минут готового материала. Для каждого движения отдельный кадр. 11 секунд про то, как громко плачет Вика, потеряв мячик, снимали 2 часа. Мультфильмами торговать не получается, много не заработаешь. А вот анимация как реклама и пиар получается яркой. Правда, двигают мультипликаторы не торговлю, а добрые дела. Скоро планируем снимать для нового проекта мультик. Проект называется «День добрых дел». Ну, суть в том, чтобы побудить людей делать больше добрых дел. Ну и мы решили, а почему бы не устроить, ну, конкретно такой день, чтобы вот много-много-много концентрированного добра. Вот. Ну и, соответственно, нужно его как-то продвигать массу, да? Опять же, к маркетингу возвращаемся. И вот планируем снять что-то наподобие такой побуждающего мультфильма. Добрые дела освещать будут не фонарями. Аниматоры ищут новое воплощение своим идеям. А получившиеся мультфильмы может увидеть любой желающий. Некоторая их часть есть ВКонтакте, некоторая часть скоро будет на Ростов на ТВ. Ну и все, пожалуй. Можно у меня спросить, я отдам, мне не жалко.